Всем привет, я Эмбра. Играем мы с вами в серьезные моды с серьезным сюжетом, но иногда, конечно, хочется побаловаться. И не так давно я встретил мод, который называется Hearts of Iron 4 в реальной жизни. Я подумал, конечно, что за бред вообще, да ну нафиг. А потом увидел вот это и много вот этого. И понял, что этого зверя надо все-таки заценить. И делать я это буду, конечно же, вместе с вами. Но всего лишь прошу подписаться, поставить лайк, комментарий написать и колокольчик. Ну это прямо, если уж очень сильно хотите, я буду благодарен. Ну и давайте будем начинать. А что у нас здесь вообще есть? Дом игрока, ну да. Допустим, мой. А есть у дома соседа, а также супермаркет. Я так понимаю, наша цель будет вот добраться до него, купить там продуктов. Кстати, если отдалить карту, то ну, это просто дублируется. Это не новые дома, это все то же самое. Представляю, у кого ультраширокий монитор. Это вообще сколько там будет этих дублирований. Ладно, короче, смотрите. Что наш дом из себя представляет? Самое важное. У нас тут есть, конечно же, спальня. Есть кровать, есть компьютер, наша столица. А, имеется также ванная, туалет вот отдельно, есть душ. Возможно, нет, кстати, не супермаркет, а вот душ будет нашим самым главным противником. Фашист. Ух ты, блин. Кстати, а туалет отдельно не выделили. У меня вообще туалет по ночам любит вот так вот. Тихо-тихо, и потом вот это начинается. А кто у меня там остается на ночь, они вообще дергаются, пугаются. Думаю, демон какой-то. Ну, это фашист, туалет. Ну, а здесь фашист и душ. Есть также клоузет. Это гардеробная, наверное, или кладовка? Скорее всего, гардеробная. А здесь кухня. А это духовка. Это у нас холодильник. И просто комната. Ну и, конечно же, холл. Тут, слушайте, английский можно так подучить, а? Вообще класс. Так, ну и имеется, конечно же, почтовый ящик. Ну, короче, обычный такой американский домик. А сосед? Соседа примерно та же самая ситуация. Ну, где компьютер? А где компьютер? Он что, выходит из дома? Может, его послать за продуктами нам доставят? Но вообще, пока мы с ним не дружим... Он тоже фашист. Пока мы с ним не дружим, но я так понимаю, там может быть как-то подружиться. Что у нас представляет из себя? Что? Stop Playing Hot 4. Я понял, в чем здесь будет сюжет. Да, это пипец. Ну, надо 18 плюс поставить и написать ужастик, хоррор, триллер, там, все такое. Ну, в общем, ребят, да, походу, у нас выбора нет. Прекращаем играть в Hot 4. Ужас. Мне даже страшно что-то нажимать. Ну ладно, давайте это сделаем. А, так, наш дом даст нам же военный доступ. Это значит, что мы сможем по нему передвигаться. Сейчас мы двигаться, конечно, не можем. Кстати, за компьютер. Мы можем только залезть на компьютер, а можем вернуться на кресло. Ну, лучше, конечно, на кресло. Если поставить пятую скорость, как она будет? Ого! Нормально так все. Я думаю, здесь надо играть на четвертой. Так, вещи все более страшные начинаются. Не-не, ты смотри, а. Принять душ. Еще, кстати, вопрос, а что у разработчика пробел не работает? Или что, почему слова слитно пишет? Ну, короче, двигаемся к душу. Можем идти, да, поехали. Так-то ты не торопись так. Ты вообще знаешь, что ты делаешь, а? Так, ну мы сейчас вышли на границу с душем. Давайте фронт нарисуем. Я думаю, стрелочку для бонуса. Там написано, что нам дадут доступ к душу. Воевать не придется, но на всякий случай, вы, ребят, знаете, лучше перестраховаться, как бы, мало ли что. Модификатор у нас есть, нужно принять душ. Ну, давайте, выполним задачу. И все, нам дали доступ, ну и заходим без боя в душ. Давайте. Ух, так, некоторое время мы здесь задержимся. Что дальше? А что? Дивизии. А, нужно сейчас нам прийти, смотрите, в гардеробную, обмануть кого-то. Это типа мы будем делать уроки, Юля? Ну, наверное, да. Так, ну душ мы, получается, приняли, пошли, пожалуй, приоденемся. Чё в труханах-то? Вообще, сейчас нормально нарядимся. И пойдем к стулу обратно. Нам нужно сделать вид, что мы делаем домашние задания. А потом уже выходить будем на улицу. Так, мы сейчас в гардеробной. Все, конец игры, спасибо. Не, мы будем, конечно, дальше. Что? Я здесь заметил кое-что. У нас есть потребности. Сейчас нам нужно сделать писинг. Подожди, душ тогда подождет. А хотя подожди, а что если мы не сделаем писинг? Давай мы сейчас пойдем душ принимать. Ну мы же можем, конечно, писинг и в душе, правильно? Ну нет, сейчас мы приняли душ. А писинг? Конец. Все, проиграли. Смерть. Ладно, я сейчас откачусь. Ну, ребят... Я просто ради эксперимента сейчас сделал. Вам всем, конечно, я рекомендую писинг делать. Ребят, не забывайте, чтобы такого не было. Значит, давайте туалет заходим. Нет, это надо было, конечно, такое придумать, а? Нет, это вот прям вот надо было сесть и вот такое придумать. Я думал, тут просто сюжет какой-то будет, а тут прям потребности, где нужно посещать локации. Вот, все, писинг сделали. Раз в 60 дней. Ну, игровая условность. Да. Так, ладно, сейчас в душ пойдем. Давайте. Уже 40 дней. Я так понимаю, мы с туалета можем некоторое время вообще не вставать. Да. Как бы где-то находиться надо, чтобы... Ну, смысл здесь стоять, просто в комнате, если можем там, например, в туалете сидеть все это время. И как бы потребность по нужде исправлять. Вот, просто будем иметь в виду теперь. Лайфхаки, чисто, тупо. Так, в душ мы сейчас вошли. Все, обновись. Обновилось. Так, писинг. Подожди, там 36 дней, оно не засчитало. Там нужно некоторое время понаходиться, получается. Там время надо, да? Ага. Так, нам нужно еще и поспать. Бегом спать, давай. Быстрее. Все.
Сколько спать? А, тут не пишут время, я так понимаю, много не надо, да? Или надо? А, ты смотри, а, как это все проработано. То есть мы писинг делаем, ну, почти моментально. А слип, мы, значит, в течение некоторого времени оно тратится, пока мы находимся в этой локации. Офигеть. Это ж как проработал разработчик эти моменты. Это, вот, так это тогда нужно тайм-менеджмент жесткий делать. Подожди, тогда пошли еще в туалет. Все, теперь кушать. Так, кушать мы можем без фокусов или нужно что-то открыть? А, да, кушать можем сразу, потому что мама готовит еду, я так понимаю. А где нужно находиться? В духовке, в холодильнике или... Не написано. Может, просто на кухню зайти? Пошли. Нормально? Нет, пошли в холодильник. Опа. Смотри, все равно нет. А в духовку? Где находиться нужно? Может, за своим столом? Мама принесет. Или где? Как... Где кушать? Или по фокусам? Подожди. Блин! Мы, походу, одни живем. И для этого здесь и нужен супермаркет. Так, проблемос. Сначала писем пошли. У нас нет еды. Ид. Да, нужен хотя бы один separate equipment. А у нас его не... А нам сначала еще нужно приготовить еду. У нас ее нету. Подожди. Проверить холодильник. А ну пошли. Тут решение вот снизу появилось. Еще не обратил внимания. Нажали. И... А, еда все-таки есть у нас. Пошли-ка сейчас. Теперь в духовку. Фу. И можем есть. Ой, господи. Эти механики меня поражают. Чем дальше мы проходим, тем более проработанным, мне кажется, этот мод. Я сюда даже не... Я не ожидал просто, что здесь прям вот так оно будет. После всяких ТНО, Кайзи Рейхов и прочих модов, вот это я просто не умею в это играть. Так, пошли писем, 15 дней осталось. Теперь душ и поспать. Теперь спим. Ух. Тяжело. Так, на улицу пока не выходим. Сначала нужно поскамить и одеться. Тогда выйдем. Странно, что это... Мы можем выйти, не приодевшись, типа голые, что ли. Я думаю, лучше одеться, потому что, может быть, где-то это будет учитываться. Все, я сейчас поспал, сделал писинг и сидим за компьютером. Долго, кстати, мы не сидели за ним. Наверное, дебафов нет никаких интересов? Да нет, странно. Я бы, на самом деле, бы еще и дебафы положил, типа, стресс там жесткий. Так, ну ладно. А сейчас давайте будем скамить, домашку делаем. Угу. Так, и дальше нам нужно проверить... Почту, пейчек, это типа счета, коммуналка. Да, мы реально одни живем. Сначала думал, то, что здесь будет, ну, изи мод, но нет, нифига, капец. Так, и давайте в гардероб. Ну, сначала писинка, так понимаю, правильно? Угу. Я уже читаю эту игру, на самом деле. В душ давайте заскочим. И выгоднее сначала в душ, потом писинг. Да, выгоднее, конечно, вот. А ладно, мы близко уже находимся к гардеробной, заходим. Принаряжаемся. 35 дней, нифига себе, а я успею до писинга следующего? Успею. Но впритык, на самом деле. Так. Что? Войну объявили. Офигеть, кто это? Крысы. Господи, как же мы давно сюда не заходили. Подожди, а нам писинг нужно. И поспать. Отпусти. Они оккупировали. Крысы оккупировали. Черт. Так, ну ладно. А сейчас... Что, мы не можем сейчас сражаться, они очень жесткие. Я их просто не пробью. Их тут очень много. Давайте сейчас, что мы сделаем? Сходим в душ, потом быстро писинг. Далее спать. А, можно покушать. Это у нас там еда же есть. А ну, пошли. Проблема. У нас нет еды. Нужно находиться... Шелф. Полка? Полка. У нас полок нет. Я так понимаю, у нас еда была на один раз. А вот и полка, да? Угу. Чёрт! А мы не успеем. Я, походу, сейчас продул. Да. Маркет нужно пойти, но на первый раз нам дают послабление. И как бы нормально. Значит, сейчас быстро попытаемся выйти наружу. Супермаркет даст нам доступ. Тут дорога... А мы успеем! 39 дней. Мы, скорее всего, успеем. Так. Давайте быстро на выход. Крысы не атакуют дальше, потому что это же, типа, дом. Они его не трогают. Вон, кстати, марионетка игрока. Ну да. Вообще, мы можем его в войну позвать? Можем. Тогда его крысы захватят. Да ну. Так, 60 дней у нас осталось. Можем не успеть. Супермаркет. Дай доступ. Быстренько бежим сюда. О, по дороге не обязательно. Хорошо. 40 дней. Да мы в любом случае не успеем, потому что мы сейчас только продукты купим и сразу продуем. Надо откатываться. Я продул. Поражение. Но мы, конечно, зайдем. Может быть, как-то купили. А нельзя сразу там чипсы слопать? Купить ингредиенты. Еще можно даже. А, сразу несколько затарить. Мы продули здесь. Дай писинг. Дай писинг нужно делать. Мы быстрее от писинга сейчас сдохли, чем от хангера. Это сложно. Это прям реально сложно. Офигеть. Смотрите, здесь нужен жесткий тайм-менеджмент. Мы должны покушать, когда оно будет уже впритык. Сейчас. Писинг за компьютер, фокус на скам. Одеваться, наверное, оно смысла нет. Ну зачем нам эти крысы? 150 политпауэра. Мы когда приоденемся, да, оно политку нам даст. А политпауэр нам нужен, я так понимаю, там, чтобы купить продукты, верно? Да. Так что приодеться все же нужно, иначе мы там много не закупим или вообще не сможем купить. Так, сейчас заскамили. Передавайте в душ, потом писинг. Пойдем все-таки к крысам. Так, вот крысы, все, отступаем. Но политпауэр мы получили. Сейчас снова душ, писинг, покушать 65 дней. И нормально. Поспать надо сначала. Мы сейчас спим. Покушать остается где-то 40 дней. Сначала писинг, потом кушать. Здесь мы холодильник. Берем ингредиенты.
в духовке, готовим. И поесть можно позже. Причем не обязательно находиться на кухне. Да, вроде как там можно выйти. Да, вот. Сразу тыкать не... О, господи. Так, значит, сейчас душ, писинг, спать. Давайте, выходим на улицу сразу. А есть что-то по советникам? Популярность партии, политические ресурсы у нас B0, кстати. Мы там потеряли в войне с крысами или нет? Может, было два вроде. И мы там их потратили. Ну ладно. Так, короче, крысы потеряли, кстати, 30 штук. Есть. А у них там сколько всего? 0. То есть, в принципе, с ними можно повоевать на истощение. При условии, что у нас тоже здесь не 0 будет. А по населению у нас тут всего 2 человека. Вот они. Так что призыв повышается, бесполезно. Остается 6 дней, кушаем. Все, готово. Так, теперь писинг. А, душ сначала. Потом писинг. Далее. Go outside берем. Выходим. Есть. Подходим к супермаркету. И визит стор. Давай. Все, мы здесь. Доступ. Давайте. Писинг! Быстро домой! Быстро! Я даже не смотрел, мне страшно было. Так, хорошо, это получается нельзя торопиться в этом плане, конечно. Так, душ, снова писинг и спать. Пока можно взять, посетить соседа. Давайте. Так, сейчас мы поспали. Душ, писинг и сейчас срочно в маркет, потому что... Ой, я аж пролетел туалет, так тороплюсь. Срочно в маркет, потому что уже все, скоро кушать надо. Давай сюда, быстро. А, подожди, тут же есть туалет, наверное. Да, тут есть туалет. Это прям спасительная комната для нас. Покупаем еду, еще, потому что дорого. Я думаю, нотариус вот так вот, на политках хорошо растет. И не, наверное, даже еще больше. Вот так аж. Пошли быстро в туалет. Ага, все, теперь давайте срочно идем вот сюда вот. Так, наверное, все-таки душ, потом писинг. Готово. Немножко поспим, потому что там 40 дней осталось. Тык-тык-тык-тык. А теперь хангри 40 дней. Все, мы теперь здесь. Быстро холодос. Или что? А, продукты у нас на руках. Тогда в духовке. Готовим. Писинг, срочно. Тык-тык-тык-тык. Душ, писинг. Хорош. И кушаем. 250 дней откатилось. Так, теперь давайте поспим. Кстати, кто играл в этот мод, опытные пользователи, расскажите мне, пожалуйста. Посетить парк нам нужно. А парк где находится? Тут есть просто вот аутсайд, есть дорога. А где парк? Маркет. Тут нет вроде парка никакого. Что, соседа там где-то парк? Да нет. Это что-то странно очень. И у соседа, кстати, еду готовить мы не можем, нужно это запомнить. Спать тоже мы не можем. Можем в туалет пойти, а душ принять нельзя. Ну, что за друг такой? Хотя, подожди, он же все-таки наш не друг, пока непонятно. Пошли сейчас почту проверим. Оп, берем фокус, получаем. А, 250 полит власть, ничего себе. Хорошо, возвращаемся в туалет. Сюда вообще отходить нельзя, на самом деле. А мы можем, кстати, с ним подружиться, расстаться, а потом смерть. Это... Роскомнадзорнулся. Я думаю, этим путем лучше нам сейчас не идти. А есть скрытная атака. Мы можем напасть на друга. Напасть, его уничтожить, продать его дом каким-нибудь инвесторам и заработать 2000 рублей. Либо туда переехать, но и исследовать его гардероб. Что мы, интересно, там будем искать? Ну что, в принципе, еду мы сейчас припасли. Да. Погнали воевать. А что там нужно? Одна дивизия в туалете. В туалете, я так понимаю, не нашем, а в туалете друга. Поехали. Воспользовались туалетом его. А теперь... Сник атак. Блин, поспать надо. А если сейчас я отойду, то фокус прервется. Там 90 дней, конечно. Я думаю, мы успеем сейчас с другом повоевать. Так, а друг, кстати, тоже в туалете сидит. Ну что, пошла бойня? Или что? Будем драться? А, вот, началось. Ой, слушай, вот так проду... Он нас не отпускает. Так, командующих. Нам срочно нужен командующий. Причем, ты будешь фельдмарш? Я продул. Так, сейчас затестим. Что если сейчас, вот я взял фокус, я просто отойду с этого туалета. Отходим. Фокус прекращается, ну да. Возвращаемся в туалет, и как нам соседа победить? Повышаем фельдмаршала еще раз. Иди сюда, а командующий будет... Давай, ты. У нас что-то есть из советников на повоевать? Ни черта нету. И здесь нету. Как я должен победить? Давайте закон о призыве повысим, может кто-то дастся нам, я не знаю. Позвать Хаус помочь нам, да, без вариантов, у него нет дивизии. Атака начинается. Так, давайте сейчас отыграем от обороны, наверное. Хотя тут максимально укрепленный смысла нет уже. А так, ладно, возьму. Он нас сейчас атакует. Перестал атаковать. А может ли он от писинга умереть? Нет. По крайней мере, в туалете точно нет. А вот от нехватки душа или еды, может быть, он тоже может умереть? Потому что я сейчас должен поспать. А он меня не отпустит. Он меня отпускает. Вообще. Дай уйти. Вынужденная атака. Давай. Дай мне пройти. Да... К...
Как? Это вообще возможно? Не, ну может там с ним как-то можно подружиться, но в любом случае ты расстаешься и умираешь. Надо как-то все-таки попытаться его победить. Ну, я вообще понятия не... Мы прям спамнимся в одном туалете вдвоем. И боремся, понимаете? Жесткий, махач, гачимучий. И победитель только один. И этот друг, он сильнее, он больше, он крупнее нас. И он нас может задавить, понимаете? И выгоняет. А так что мы аж умираем. Ребята, кто играл в этот мод, расскажите, есть ли какие-то шансы победить? Если есть, то что мне нужно сделать, чтобы провернуть? Я думал в одну серию это все сделать, но это будет прохождение. И я должен это сделать. Если не получится, будем на стриме пробовать. Нужно этого соседа все-таки победить. Я так просто не оставлю. А пока что я с вами попрощаюсь. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы больше видео не пропускать. Оформляйте спонсорку на Boosty, чтобы получить постоянный доступ к моему VPN-серверу, также чтобы получить доступ вечный на Minecraft-сервер. Помимо этого есть много других крутых бонусов, так что переходите по ссылке в описании и заценивайте то, что я вам предлагаю на Boosty, поддерживайте канал. Спасибо вам за поддержку и за просмотр. Пока.